В Санкт-Петербурге прошел первый Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В его рамках состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны 2019». Лучшие образовательные организации определяются ежегодно. На этот раз участниками конкурса стали как образовательная организация высшего профессионального образования, так и общеобразовательные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Сразу 7 столичных садов стали лауреатами конкурса «500 лучших образовательных организаций страны 2019» в номинации «Лидер в области дошкольного образования 2019». В их числе детсады номер 3, 78, 105 и другие.